Я за все, да? А? ДЦ, говорю, со мной. Да. Ты два ебашить, что ли? Трэш хотя бы. Да, поехали трэшбить. Часиком. Блять, жопа сгорела на самом деле, даже на Африке заходить не хочется. Надо быстренько потестить. Вот это вот 10 стаков нахуй, сука, я по-моему эти 10 стаков это мой экстемпл, блядь. Ну вы поняли, короче. Тыры-пыры бы сделал бы ему там? Да, обязательно. Ого, у нас какой-то арм сильный, блядь. Нет бы, сука, чтоб это ебло нахуй тупое. Я не знаю там. Либо стаки уменьшило, блядь, либо оставило 3 прока ШБ, но при этом, блядь, уменьшило урон от ШБ. Нахуя, блядь, уменьшать стаки, нахуй. Вообще, нахуя это ШБ ебаные мгновенные? Хуйню какую-то с афликов сделали, блядь. Фенориан. А? Что-то не так, я вот сегодня за комп сел. Блять, что-то не так, нахуй. Меня лист стоит, что-то. Я не понимаю, нахуй. Да не, я, ну, не в обиду тебе, Лудейл, просто... Я знаю, давай, как, скажи. Как это правильно давай, сказать? Давай, давай. Выстрели, нахуй, давай. Я жду. Закрой рот, нахуй, свой, блять. Давай. Чё стало? Сам, блять, сам афлик какой-то сейчас. Соло-таргетный стал. Ну, типа, не до такого, что можно по мультидоту, нахуй, или ещё чё-то. Африк вроде всегда таким был, не? Не, нихуя. Ну, то можно было кидать, типа, ту же порчу, блядь. Только порчу-то мог кидать, и все. Ну, сейчас ты, блядь, если ты хуйней позанимаешься такой, проебать стаки. МК кидается какой-то, перефаза на боссе, минус стаки здесь. Сука, подбешивает, пиздец. Восемьдесят секунд тупо, блядь, стаки копить. Ну, плюс-минус там задержка, хуешка, нахуй. Ну, что-то реально блядь, много, 90... я согласен, да. Тупо 2 минуты, нахуй, ебать. Достакиваешь, блядь, это пиздец. Рыбу ставлю хавать. Все тут были или кому-то что-то надо объяснить? Маг, ты тут? Мага, похуй. Многовато, конечно, да. Маг. Прием, блядь. Короче, смотри, блядь. Стоишь вот тут вот вместе с РДД в одном кемпе. Там рыба стоит хавать. Со всеми тут РДД. Две метки кидает. Метки выносишь. Он скачок может нажимать. Увидел на себя метку. Он туда, он. В стену. Сначала вправо, потом влево. Ну или наоборот. Без разницы, короче. Можно лужу в лужу выносить. Если там две лужи, то уже третью туда не выносить, а лужу в лужу. Дохуя дым уже будет. В остальном тупо бьешь босса. Когда он кастует каст, как он там называется? Первобытный ужас. Первобытный вот этот ужас. Отворачиваешься спиной к нему. Становишься спиной, чтобы тебя в эфире не было. Если этого мага фернет, там, по-моему, 20 тысяч или сколько отхилить надо. Калют там. Волну исцеления ебанешь, там быстро, ну, думаю, хватит. 25. И босс еще уехал под собой. Да, и ну, милики тут в принципе все знают. Все. Я и кунг. Не, ну получается. Можно и на кастере под боссом оказался случайно. Да, под босса, короче, не подходим, там отходим. Все, маг, главные метки, блядь, выносишь в сторону. Вон, я примерно поставил к стене. Остальное похуй. И отворачиваешься, когда он кастует. Я это озвучу. Главное слушай. А че я не. У меня этот забагался. Могу расчернить. Щарил. Бля, мы сейчас ебаная доставка скоро придет. Как обычно. Чтоб тебе там тухлятины, блядь, не, подкинули, я блядь. Я пиццу взял, то сразу тухлятины.
Да, сейчас перекину. Так, ребята, а что у нас по ридарам? Тут у нас один ридар получается, да? Я еще Синдерея видел. Да, два Синдерея есть у нас, вроде. Заново. Сейчас пойдем так. Что, кунку там стопы устраивают? Хотя не, меня не устраивает, я хочу хунта. Ну ладно, похуй, пойдем так. Вообще на плава. Питание-то хуёво. Бля, мне сейчас доставка приедет, нахуй, я дойду. Давай тут, блядь, бить, нахуй, 3 минуты. Я знаю, но, блядь, ну... Всё, а чё, дым? Хелика ждать тоже уже на работе. Блядь, фонарь, ебать ты далеко стал. Я уже пальчик закинул, пока он лежал. Так, с ним вроде перчик. А озвучивается, говорю, кункой к радусу вынесли. Я спил. Поставить. Фонарь поставь, Фауна. Фир, отвернулись. Спиной стали. Нет, спасибо, пацаны. Это же удар ауешный, если чё. Ну, не знаю. Метки. Метки вынесли, крадусь и... Хир, спиной стали. Метки. Под боссом метка. Блять. Сука, сори нахуй. Отведи босса левее немножко, может как. Чающий. Не знаю, у меня, блять, свернулась Вовка на не вовремя. Хир, нет? А нет. Ёбаное обновление. Блять, сори, я потерял. Спиной стали, Фир. Не спаем. Метки. Отошли. Фонарь, далеко уходишь, смотри, что ты не спаем. Спиной стали, Фир. Ты меня еще убить хотел, а разве? Метка пропала с медом. Ну да, они все быстро попадают. А зачем каст аура? Метки. Если вы даже не в моей ауре. Ну я стараюсь, потом. Угрожающий. Блядь, не лови его, ты можешь отбежать от него просто во время каста. Запы. Спир. Спиной стали. Ай, не вовремя. Скажи, что потерь нихуя не дают. Еще не реворк, но... Блин, на самом деле я еще плюс-минус норм даю, но это, наверное, за счет того, что у меня 20-10 есть. Фир. Блядь. Ясно. Дай ему. Давай, брат. Блядь. Дай секу фонарь. Уже поздно, но... Ох, кунг колют вниз. Да не надо было бы эрить. Нихуя, ладно. Да, реворка еще не было, прошу. Посмотрим, что там с реворком будет. Ир. Спиной стали. Сегодня завезут реворк, по идее. Так все, я пошел, отошел, что там за лук будет? Возможно, да. Ну что за хуйня? Говно выпало. Это на меня, что ли? Нет, на шипа. Он на ДЦ упал. ДЦ тебе надо включать? Ой, на шамана, блядь. Нанести шанс. Ладно, все, сейчас я приду. Колют, короче, найти сразу гранат. Да. Короче, я понял, да, возьму. Что-то вообще не успел подиспелить. Все метки диспелящиеся в РДД кидались. Кристалл рун. Запы не упали. Надеюсь, упадут.
пояс. Навел, давил 70 тысяч. Пояс не упал, блядь. Дагер не упал. Критически ровно это модификатор крита, правильно? Кого? Критический урон. Нанести шанс нанести критический урон, это модификатор. Да. Блять, сколько нам там еще эта доставка будет собирать? Заебал, я еще он не вовремя нахуй свою доставку дней. Уж, блять, взял бы, что мы тебе приготовил, блять. Кочелень, блять. Можно еще мобов почистить пока. Да, пошли, пока мобов чего убьем сразу. Надо хуй знать. Я типа мне дамажить нужно тут сразу. Береженого бога бережет. У нас по сейвам. Так, чё? Одна сокращена. Мы сможем зергануть этого кракена? Кого? Ну, про второго. Да, хуй мы его загоним, блядь. Тракса. Ты про собак помешан? Не-не-не, Тракса. Ну, блять, можно попробовать. Ну, нам в любом случае придется. Ну там будет плюс-минус 3-4 этих, блять. Дыхание мрака нам будет как-то. Ну дыхание, да, вот взрыв, мне кажется, мы забурстим Гера здесь. Я вам предлагаю. Да под взрыв похуй, можно же зайти в эту в грипп или как в печеньку, блять, этот нахуй. Пончик, как вы там, блять, его называете. Угу. Типа, это похуй. Главное, чтобы на мраке прохилили. Сейвом, блядь. Нам гимн можно дать, в принципе. Саппорт надо пить. Да, железный саппорт заходит. У меня выпад не похуй. Не надо саппорт, похуй. Как-нибудь, может, переживем. Не, кстати, с ДЦ может и прохилят. С ДЦ может норм. Короче, маг тут ни разу не был. Смотри, маг, стоишь в ренже, получается, ну, таким полукругом, можешь полмесяцем, короче, стать РД в одну линию плюс-минус. Там появится такая, типа, хуйня фиолетовая. Ну, вот видишь, как обычная зона, и фиолетовая, как лужа. Если фиолетовая лужа, она будет быстро перебежать на платформу, где ее нету. Потом, это как бы расстояние, но она появится в том месте, где ты стоял, тебе еще нужно раз будет перебежать. Ну, то бишь, вперед, назад, увидишь. Потом это дыхание мрака под какую-нибудь дадим сокру, не знаю, наверное, под третью, скорее всего. Геру дадим на второй фазе, будем бурстить, наверное.
Потом появятся такие фиолетовые лужки, увидите, пончики, хуенчики, как их там называете. С них выходите, когда будет каст, как он там называется. Масса круда будем смотреть. Конечно. Погружение во мрак. Не называется, не помню. Погружение во мрак называется. Да, погружение во мрак, когда он начнет кастовать. И одна особенность. Забегаем в эту фиолетовую лужинку, блядь. Каст он длинный, а в этой луже, которая пончик нахуй, в ней сало дается, в ней кастовать нельзя. Так что нужно под конец каста. Хуёвый. Ну, мало ли там, блядь, произойдет такая хуйня, то если что, забегать. Давайте арчину покупаем. Так вот эти лужи появляются с метки, по-моему, кидаются две метки, соответственно, чел взрывается, и под ними появляются лужи вот эти, с которых нужно выйти. Ну, как раз. Да. Помимо этого, шарики ебаные появляются, на котором должен кто-то стоять, под которым. И там еще похуйнеть. Ну, давай, я тебе потриксую, думаю, хватит. Да, дам тебе трикс исполнить. Все, все готовы. Шариком не приебитесь. Поехали. Я могу словить духов, которые вот эти выходят. Слови. Да я думаю, блять, по идее, ну. Только нормально, я бы это сделал, если баллон бы наводил. На мне шарик. Чуть-чуть бы ближе подошел бы к боссу. Потому что если они пойдут в тебя. Из мили выйдите. Отойдите с этой хуйни все. Все, зашли в мили зону. В мили зону быстрее. Это бы сына было, да? Да, нормально. Ну я как выжил, блядь, еще и под шариком. Прохил, на следующий будем, да, нормально. Арсмос, это ебаный. Словишь, Андрей? Трэш, да, да, конечно, без пуха. Я даю гиру. Только первые два мне надо прохилить. Я не хочу сразу. Ну, лови. Уходи, уже. Нет, пока не надо. Хилься. Сферы надо убить, хорошо. Или мы их не убиваем? Да не, похуй, зерги. Вышли из мили-зоны. Зашли в мили-зону. Или дальше там вышли. Не обязательно. Вот это очень. Лужа аккуратно. Да. Дай сокру, дай быстрее. Да, больно. А кто сейчас это маг, да? Блин, хуйню у тебя вообще. Я сейчас буду ходить, так. Я сейчас умру. Давай, Геру. Я уже дал их, блядь. Я нажал. А, дал. Все, на бок. Все, дымаешься просто. Боже, выйдите. Служу, уходите. Может там прожаться что-нибудь дать? Уже нету ничего. Ой, блядь. Лужа вышли, блядь. Ой, блядь. Добьете? Бабл жми. Нету воздержанности у меня. Полетел. Какой бабл? Ясно. Пока да я не переживу. Ну, и понятно. На него спол. Да не, не смогу. И на него спол эту хуйню, которая увеличивает длительность катастрофы. Не тот случай. Не работает? Кого? Красноярск не работает на босс, кинь на него. Может не работает. Давай проверим. Он слишком быстро набирает стаки. Вяли там, по-моему, КС не работает, типа, там вряд ли он работает. Нет, там вроде не работает, типа, держи лучше проклятие стихи. А не, у нас сова же есть. Нахуй. Ну попробуй, типа, хотя должно, блядь. Шипа не дает. Шипа не дает. Ну, сова дает. Забавно, что у вас ДК нету. Ну, да. Бывай. Непопулярный класс. Походу, да? Ты помой, просто ебаная, да? У него не ебаная, у него ярость. Ну, вары сильнее. Что, типа ярость или энергия? А Локи-то тем более. А Локи-то тем более. Аура тьмы стоит? Кого?
у нас Shadow Protect есть, типа, похуй. Mm-hmm. На эту ауру. У нас и массе равно нет. Ну да. Я вторую фазу, сейви сакру. Что там пиздец еще? Тогда говорят, я даю. Но да, он нормально сакру, да. Без ауры на каз было бы очень хуёво. Кому и все знать. Войду? Войд Фьюри, да. Дай по Войду нам. По Войд Фьюри. Привет. О, поставь еще камни, пожалуйста. Тыкни, пожалуйста. Возьмите все камни. Ну, а зачем на бомба? Привет, бандит, привет. Шо ты там, Андрей? Блять, у меня макроса нету. Давайте озвучим. Просто... У вас на РДБМ 3, 2, 1, пол. Сбежались мин. Еще мин. Ну или назад. Я предпочитаю назад. Вышли с мин. Всем тоже назад. Ну кастером, понятно, да. А шар встаньте, кто там? На второй полетел шар. Просил. Нормально. Стал плюс. Да, мобы в кого идут, ну... Крадущие. Разбирайте сами, короче. Охуху. Да не, можно это просто лучше сейчас... Я почти не убежать. Лужа. Под дыхание дашь сокро. Сразу же. Давай. Я сейчас сдохну, блядь. Очень больно. Я гимнал. Свой еще потратил. Сейчас не нажал, сдох либо. Да, согласен. Ну все, бейте, нормально. Так далеко. Служи. Вроде убиваем. Кунка, ну давай там раз-раз, два-два, нахуй, не знаю что. Сара. Три-три. Пизда, сейчас сдохнем. Нету прохила, блядь, все уже. Добивайте. Нормально, да, ковырял. Ракетка полетела. Вот пошел. Меч. Вот видишь, на мне крылья. Опять меч танковский выпал. И на хули пала. Ой, это что, на меня? Штаны. Да, еще пойдете, будете на ТГ-10 собирать. Сейчас свистну. Там мы с алфаги добирали. Ну хуй знает, мне еще локу надо, например, сходить. Типа я бы пошел на сове. Клуб, как обычно. Топ. Локу, так я... Блять, фонарь у тебя есть, нахуй. Фонарь, кому я тут? Кунка, нахуй. Половину, держи, блять. Ну, кстати, штаны хорошие. Видишь, кстати, штаны бисовые. 2% хастрит, пиздата. Фонарь ГЦ, блять, с холипалом, нахуй. Вообще, сами по себе, я не про чарку вообще. Хорошие штаны. Кристалл вроде. Не, а чё там? Они же вроде офсетом берут джайны, кольчужные. Тогда джайны надо идти. А мы же ласта не идём бить, чё мы вроде. Сарайские лучше, ой, зашки лучше падают. Статом. А мы прошлый, вы ролили прошлый кристалл? Да, а, ролили. Да. А я как бы АФК был у вас, это вам похуй на это было, вообще, да? Вообще-то ролили до того, как ты ушел в К. Серьезно, да? То есть я, мы убили босса, я сразу же пошел, сказал, я пошел. Кенерол, кенерол. Сейчас. Оп. Вопрос, у меня и шмотка есть. Ты проебал, там 99 был. Я посмотрю. Не было там 99. Зато скажи, у меня есть пицца, да, блядь? Давайте, ребят, токен мне, пожалуйста. А все уже зачарили, ебать. Я говорил, что я отойду. Надо было разраливать сразу. Если меня кинули на печеньку, то это на форум конкретно, Рэл кидала. Рэл разрала, блядь, студию. Рыбу хавать.
Не, мне надо апнуть бан. Давай, давай в миле получается. Я фонарь кункай. ДСшник. Ну кому бегать надо? Танк, два милика, ДЦ. И хант, наверное. Я лужу в одном фрейме буду стакать. Я бегать не хочу. Хант. Ну, РДД с этой стороны будет. Я не знаю, есть смысл магу объяснять, блядь, он все равно нахуй сдохнет. Да, он нас всех убьет, блядь. Ну и... Давайте Мак, блядь, Мак, короче, он и не знаю, зайди вон туда какой-нибудь в крест нахуй стань, блядь, и посмотри, что вообще происходит там. Понаблюдай просто. Пусть он в стенку упрется, чтобы упрись, когда вот будут лучи, короче, если ножа не был, похоже, хуйня. Тогда лучи будут в стенку уприть, чтобы нам конфликт не вызвать. А так похуй на тебя. Извини. И вкратце, расскажите, что-нибудь. Короче, на кастеле ты стоишь, кастуешь, держишь рейндж. Кастуешь, потом появляется на метка зеленая. В эту метку надо сбежаться, поделить урон. Далее бьешь босса, появляются лучи, их надо задоджить. Все. Еще откидывание, стоп-каст. Ну, откидывание, стоп-каст, и, да. Это мелочи, уже которые никого не убьют, в принципе. Какой нахуй стоп-каст? Он там, блядь, кастуется... полсекунды блять. Ну да, там это не критично, словишь ты в минус каст, никого этим не убьешь. Это блядь, критично. Пошли. Пойдемся сразу. Сколько времени не умрет. А кто будет пятый-то слева стоять, ловить, бегать? Я надеюсь, мне токи надо. Ну я же сказал, кунка, я, ДЦ, фонарь и хант будет с нами что-то. А, хант, ну то разойдитесь по сторонам. Хант налево. Да все, да, вот, ну, у нас 5 человек, нормально. Ну, лучше не распределять по пати, мы бонусы теряем. Если вы не можете разойтись. Да. Просто разойтись надо, не надо распределять по пати. Да. Я хочу куда-то туда пойти. Ну, сам не буду ставить. Я, кстати, еще могу луру, эту метку в меня можно не сбегаться, я дисплей задержу. Все, короче. Ну, вот, блядь. Я гирос пол удалю. ДБ, а что отдаю? 3, 2, 3. 1. Где раз все жестко? Качество-то. Бля. Забыл? Стаки теперь скидываются, да? Прыгай. Да, стаки скидываются. Ну, хорошо. Блин, я по опять метку просмотрю. 100%. Блять. Одна лужа не убьет тебя. Угу, подложный выпад нам нахуй. Две убьют. А то что сейчас все убило? Это что-то сотрясающее. Сотрясающий удар, хотя я стоял дальше, хуй его знает. Хуя стаки не скидываются, пиздобулы. Они скидываются со временем. Ну, если ты, блядь, часто будешь ходить, они не скидываются. Я вообще не хожу. Ладно, бейте так, нормально. Ну, БР вроде есть, ну. Лучи. Так, лучи. Отошли из фиолетовой. Зеленые теперь отошли. Ебать, да, никто... Прохил. Жесткие, блядь. Топкаст. Чуть будет. Не надо было зубы давать, я бы выжил. Вот, топкаст. Блядь. Поля, путь кастил. Так, к миликам не подтирайтесь. РДД, главное, держите, да. Держитесь вообще, чтобы вас не ему. Чем им. Понятно, да там миликам. Мили. Нормально. Какая откинет. Пойдет. Фонаря прохил. ДЦ аккуратнее, чуть не залутал. Это метки не кидает. Я не знаю, какой если по ДБ. А че он метки не кидает? Да хуй его знает, что не кидает, похуй. РДД аккуратно. Блядь, да не надо выходить, просто стойте нахуй в РНЖ, блядь. Бьет. Одна похуй, главное в РНЖ стойте еще. Но он спокойно проживается. Метка. Главное в ебаный РНЖ стоит. Аккуратно, эти лучи. Лучи отошли.
Зеленого вышли быстрее. Мать почти сделал сова, ты видел? И выжил еще. Лужа мили. Нормально. Ну они сбалансили босс. Раньше это был пиздец. Отошли. Как меня, блять, этот удар достал, хуй его знает. Я отошел, блядь, странно. Нет, там странно. Там в мили зоне, я про мили говорю. Хуйня какая-то, блядь. Не, ну 24-10 нормально, кажется, шипа. Тут еще слабенько, но. Для шипа. Лужа ордена. Да не выходите, просто 100 хик лет, блядь. Там одна лужа берет. Хочу урона, блядь, нахуй мне это надо. Она 5000, блядь, наносит, нахуй. Да, блядь, уебалась, хил, блядь. Минимум. Кунг сюда разворот будет. Ага. Ну, 25-ки нахуй две лутало, ебать, вообще похуй было. Эти, блядь. Он вообще ничего нихуя не кастует. Поезда, блядь, метки нету нихуя. Когда метка была за весь бой. Я хочу пить. Поехали. Вышли с лужи. Миль, аккуратно, блядь. Дай сокру фонарь. Я да, хочу вообще будет больно, сюда, блядь. Нормально. Добивать. Ты разрешаешь? Нет, блядь. Ебись от меня, блядь. Умри в одиночестве. Ставлю супер змею. О, яс. Супер змея? Токен у меня сразу. Знаете, я тебя спрашиваю. Блять, перчатки, но не те, это ёбаный рот. Фурик? Да, с говночаркой. Ещё 2% косты, блядь. А, на фурика. Двойная атака на кольчугу. На хантах каком-то, наверное. Ой, я бы взял, наверное, по себе. Она на ханта, думаешь, работает? Ближнего боя. Ближнего боя, наверное, ходовай мне. Перчатки какие-то, блять. Рейсинг скорости, блять. Ну, охуеть. Хуй, это не то, что надо. Ну и говно, блять, конечно, нахуй. Охуеть. Ладно, я тебе первый раз лучше вижу. Пацаны, погнали, еще разочек глянем. Надо запирать. Бля, читай, где он здесь. Дай мне токен, пожалуйста, я считаю, я честно его заслужил. Ну, блядь, ты спроси у остальных, нахуй, ну, типа, так, просто, ну, спросил, ты ушел сказал, тогда. Ну, блядь, ну, если сейчас Саддам, это тоже некрасиво будет. Просил? Блядь, ну... Почему, типа, мне было разрали вот шмотку, когда я сказал, что... Куда я... ты отойдешь, блядь? Я ролил сразу лут после того, как он выпал, блядь. Ну, так я сказал, не слышал даже, что ты сказал, что ты отойдешь, нахуй. Ты вначале это пула, наверное, говорил, когда я уже забыл про это. Не, после пула. Надо тебе ханд эта хуйня? Двойная атака. Ну то, что я там не заролил, то, что я АФК стоял, когда вы ушли, типа, это ни о чем не говорит, наверное, что я АФК. Блять, что ты сейчас мне это доказываешь, Андрей, вот скажи нахуй. Ну что ты рел? Блять, пиздец нахуй. Ты, блять, вот тебе приехала ебаная доставка нахуй, ты заказал именно, когда мы, блять, пошли в эту хуйню. Так, и нет, сейчас подожди, ты делаешь меня крайне. Добил, так я босса добил, отошел на 2 минуты, ты лут сразу разролил с босса. Причем ты разролил только печень, ты не разролил вроде шмотки. Я разролил весь шмот и печеньку с каждого босса ебаного. Посмотри. Да выбьешь еще эту парашу, блять. Не, мне просто прикололо, что я сказал, что отойду, но при этом, типа... Ты... Блять, кто еще убью, слышал? Кстати, кто это? Ладно, хорошо, кто еще слышал, кроме его? Ну почему ты. Ладно, подожди, Кирилл, давай начнем с того, что ты врешь. Ты разрулил только печеньку. Ты понимаешь, что ты весь шмот отдал, блять. Я не то, что разролки дал, я отдал, блять, получается. Присту, блять, на ДЦ я спросил, что ему надо, да, это или нет. Если бы, блядь, если бы там была отдельная шмотка, которая на двоих, блять, я бы, блядь, ролил. Все, короче, в пизду тебя нахуй. Бля, ребят, ты из-за чего сраться, ну ебаный в рот. Заебал он реально нахуй, блядь. Взял, пошел, отошел нахуй, блядь. И, блядь, еще меня крайне делать. Если бы я ничего не сказал, если бы я отошел, ничего не сказал, я бы не выебывался. Но когда я сказал, что я отошел, сказал, что я за доставкой просто спуститься. Типа, меня... Да, я, блядь, выролил нахуй, блядь. Ужрись нахуй, заебал нахуй. Да, спасибо. До свидания, нахуй. Я справедливо, нахуй. Да. Паразит, я плечи, блядь, дай мне-ка. Вот, Фюри, перекинь мне плечи. Я не понимаю, что он так бесится, ой, когда да, я, блядь, сказал. Кирилл, в чем проблема? Какие плечи? Которые в боссе, блядь, лежат. Подождать и не ролить. Просто. Кому перекинуть? Кому? Шаман. Калют. Короче, еще никто не пойдет, да? Еще одну ТГшку.
У меня персонажа нету сходить, к сожалению. У меня ДК я закрыл уже. Ребята, не ходил. Бля, ну ладно.